как отметил, в принципе, как уже последние несколько лет, в кругу семьи, я вообще каждый год отмечаю в кругу семьи, но я имею в виду, последние несколько лет так выпадает, что 1 числа у нас всегда стоит вечерняя тренировка, вот, поэтому, как говорится, особо не разгуляешься. В моем случае все было довольно-таки скромно, и уже где-то в половину третьего ночи я уже отправился отдыхать. Моя семья, конечно же, продолжила праздновать. Что подарил Дедушка Мороз? Дедушка Мороз мне подарил именно то, что я писал в письме. Но, опять же, как и 20 лет назад, мне не удалось с ним встретиться под елкой, поэтому я только увидел уже постфактум, так сказать, оставленный им подарок.